Коренная видновчанка, ученица 7-й школы Дарья Тарабрина, сегодня волнуется. Не каждый день девушке приходится получать главный документ гражданина Российской Федерации. О перспективах, которые перед ней открываются, пока не думает. Ждет окончания учебного года и строит планы на лето. Готова путешествовать, отдыхать, гулять. Еще больше переживает мама школьницы Ирина. Потому что сразу, а в Москву можно выезжать? А это кредиты, а это своя личная карточка, а это то, это все, ну, миллион сразу вопросов. Сейчас у нас, наверное, как родители, главное донести, что ты вроде как и взрослая, но еще нужно побыть, где-то спросить разрешение и где-то как минимум посоветоваться. Первый, самый важный и возлагающий большую ответственность документ этим ребятам вручал лично глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, который отметил, что, несмотря на очередной этап взросления, виновники торжества по-прежнему дети, и этим беззаботным временем надо воспользоваться с умом. Впереди у вас 92 пронзительных, счастьем наполненных каникулярных дня. Вот я хочу пожелать, чтобы в эти дни вы нашли все-таки возможность что-то почитать. Сейчас информационное пространство дает неограниченные возможности учиться, познавать что-то новое. Чтобы вы смотрели по сторонам, впитывали лучше, набирали сил для нового учебного года. Чтобы только-только радовали своих родителей, радовали своих близких. Я ни капли не сомневаюсь, что впереди у вас большое, светлое, замечательное будущее. Выдавать паспорта в торжественной обстановке стало традицией. Получить документ из рук главы округа – особая честь. Сегодня ее удостоилось шестеро ребят. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.